Приветствую, друзья. Следующий ролик будет с уважаемым Игорем Николаевичем Острецовым. Поэтому, если у вас есть вопросы, пожалуйста, напишите здесь под роликом вопросы, которые вас интересуют. И у меня тоже были вопросы, я их приготовил. Это будет очень интересная встреча, беседа. И у меня просьба одна. В прошлый раз мне кто-то там писал во время нашего видео комменты такие. Ну, может быть, это какая-то дама или какой-то подросток, я так и не понял. Дайте же человеку сказать. Я как же могу дать человеку сказать, если я не спрошу? Ну вот, послушайте, ну это же очень интересно. Поэтому вы сначала посмотрите, потом делайте свои выводы, потому что очень много людей, которые в нервном состоянии, не могут слушать, не могут смотреть, обязательно надо выразиться. Но это не конструктивно. У меня была знакомая семья, где папа говорил доченьке: «Софочка, прежде чем открыть рот, сосчитай в уме до пяти». И это полезное действие, потому что папа был профессор. Да, очень знаменитый, да, у которого я в мединституте учился. А Софочка выросла умницей. И мы с ней делали первую методичку, которую утверждал Минздрав России, вернее СССР, в 87 году. Называлась «Управляемая саморегуляция». Подписывайтесь на мой YouTube-канал, друзья. Подписывайтесь на Telegram-канал, потому что там мы с Натальей Кабитама сделали целую платформу для людей, которые хотят обрести устойчивость. Подписывайтесь, чтобы писать только конструктивные комменты. И не прерывать процесса, когда мы с кем-то беседуем. С очень важным, интересным для вас собеседником. До встречи.